видеть. Он могуч и грозен, и терпеть не может, когда его отвлекают от мудрых размышлений. Так что лучше уходите по дорогу, по здорову. И вообще, почему все думают, что вот так запросто можно прийти к великому волшебнику и докучать его своими глупыми, ничтожными просьбами? Какие славные башмачки. Как ты сказала, тебя зовут? Элли, я из Канзаса. Ну что ж, я отведу вас к великому Гудвину. Но прежде чем я впущу вас, вы все должны надеть очки. Очки? Да, очки. Они нужны для того, чтобы вас не ослепило великолепие изумрудного города. Таков приказ великого Гудвина.